Идея достижения мира без ядерного оружия, взятая за основу манифеста главы государства Нурсултана Назарбаева, может быть достигнута лишь сообща. Такого мнения придерживаются как международные, так и отечественные эксперты. Их выслушала моя коллега Сабина Сексенбаева. Расположение банка низкообогащенного урана МАГАТЭ на Ульбинском металлургическом заводе обоснованно, считают эксперты. Это подтверждает несколько факторов, главный из которых – многолетний безаварийный опыт работы предприятия с топливом. У него есть вся необходимая инфраструктура и достаточно квалифицированный персонал, который имеет опыт работы с низкообогащенным гексавторидом урана. У Ульбинского металлургического завода имеется на сегодняшний день достаточно серьезная система физической защиты, включая ядерную безопасность. Но и, наконец, уже на протяжении более 20 лет на Ульбинском металлургическом заводе работает система гарантий МАГАТЭ. Создание банка станет одним из шагов на пути ко всеобщему ядерному разоружению. Эта тема легла в основу манифеста главы государства. Документ, посвященный идее достижения мира без ядерного оружия, по мнению ученых, стал стратегическим документом. Его воплощение требует конкретных предложений от экспертного сообщества. Инициативы, которые выдвигает президент, наши ученые должны доработать. Двойного назначения, будем говорить, технологий очень много в мире. И здесь есть одно предложение, чтобы вот такие технологии двойного назначения сделать реестр при ООН и над ними очень сильно сделать контроль и будем наблюдать за этими технологиями. То есть вот это одно из конкретных шагов. Манифест обращен главам государств, странам, народам всего мира. И таким образом мы все вместе, народы всего мира сообща должны выступать, чтобы не дать развиваться ядерному распространению. То, что ядерные инициативы Казахстана – это самый показательный пример для ядерных держав, подтверждают и международные специалисты. Как подчеркнул профессор из Южной Кореи Дженам Ко, если примеру Казахстана последуют другие страны, обладающие ядерными запасами, то договор о всеобъемлющем запрещении ядерного оружия наконец вступит в силу, что также наладит отношения между Южной и Северной Кореей. Отношения между Южной и Северной Кореей могут быть улучшены, но только в том случае, если Пхеньян прекратит проведение ядерных испытаний и полностью избавится от ядерного оружия. Южная Корея прилагает для этого огромные усилия. Мы также взаимодействуем с Казахстаном, чтобы на примере вашей страны повлиять на то, чтобы Северная Корея скорее избавилась от ядерного оружия. Сейчас идея всеобщего ядерного разоружения стала приоритетом для многих стран, и воплощение инициатив, выдвинутых Казахстаном перед мировым сообществом, станет весомым практическим вкладом в решение глобальной задачи. Сабина Сексенбаева, Ербол Даиров, Жандос Битабаров, 24 KZ.